Вот мы первое поколение, которое должны строить такие бизнесы. Вот только в этом причина. В Америке есть Facebook, у нас есть ВКонтакте. В Америке есть Google, у нас есть Яндекс. Да? И когда наш человек получает здесь товар, этот товар стоит на самом деле дешевле, чем ты штучно отправляешь с Алиэкспресса. Мы разговариваем сейчас с предпринимателями, которые действительно построили мировые бизнесы. Они хотят к нам в команду. Мы первое поколение, на самом деле, настоящих энтузиастов, предпринимателей, которые начинали полностью с нуля. Планируем, что в течение 5 лет капитализация компании достигнет миллиарда долларов.